расти. Молодец, да? Всем привет! И сейчас мы вам покажем, как сделать такие красивые яички и миньончики. Скоро вот, Пасха. Знаешь, как миньон говорит? Как? Няма-няма-няма. Точно, вот так они говорили. Так что вот мы уже потихонечку готовимся к празднику и покажем, как сделать такие яички-мультяшки. Что мы для этого приготовили, Зай? Яички, посетитель и эко, и вуха. Это для того, чтобы сушить, да? Мы от ячеечки отрезали. Мы взяли обычные красители, желтые и синенькие. И белые яички сварили, да? Все как обычно. Так, малыш, да? Вот мы взяли обычный краситель. Я в него уже добавила уксус, КПС уксуса повышена. Так, и вот наши яички. Для начала нам надо сначала все покрасить половинка. До половинки, до серединки в желтый. Мы опускаем в желтый краситель. Но надо это сделать аккуратно, чтобы он у нас не перевернулся. Поэтому это будет делать мама. Так, желтенький достаем, пробуем. Покрасился. Никак у нас не получается ровно половинку. Хорошо покрасился желтенький, да? Сейчас мы его ставим сюда. Кто сушилку уже перевернул? Ставим сушилку. Я. Понятно, что ты. Пускай сушилку. Отлично. Опять опускаем желтенький. Сейчас приноровимся. Это первый блин ковал, а второй то нормальный уже. Да нет, что-то не очень тоже провалился. Так, значит, давай пробуем синенький положить. Так, значит, ложечку. Сюда губку положила в стаканчик, чтобы она не убежала. Нам же нужно ровно половинку, нам же не надо закрашивать остальное. Ложками даже меньше. Сейчас бы как нам желто-синим не смешался, и получится зеленый вместо мини-синего. Представляешь, что будет? Нет. Ты я не очень представляю, да? Пускай. Мини-синий получится зеленый. Может. Все, пускай стоит краситься. Получился, да? Миньончик. А какой миньон, дети? Тут миньончик. Покрасился. Надо еще глаза сделать. Глаза я обязательно сделаю. Ну что, так, синенький красится. Давайте покажу, какой получился. Ой, какой синенький. Голубой, а не синий. Пускай сохнет. Голубой, зеленый и синий. Все, пускай сохнет. Сейчас мы остальные покрасим. Мы покрасили, как получилось у нас, да? Ну, не очень аккуратно получилось, но на первый раз нормально, да? Мы так двухцветно еще ни разу не красили. Если приноровиться, можно вообще сделать аккуратно и красиво. Ну, в принципе, суть мы уловили. Потом у нас будет получаться все лучше и лучше. Пока они у нас сушатся, мы приготовим, что нам еще нужно. Глазки и фломастер, да? Какой фломастер? Черный фломастер. Мы им будем ротики рисовать, да? Ага. Пошли за фломастером. Так, мы приготовили для наших миньончиков глазки. Набор глазок. Сейчас посмотрим, какие лучше. Такие большие есть глазки, то там лучше. Двусторонний скотч, потому что они у нас без клея. И фломастер. Да? Садись, Аня, солнышко. Сейчас будем мастерить. Делаем глазки. Так, мы подобрали глазки. Они у нас немножечко крупнее, чем надо. Заела. Ну ладно. Вот такие глазки у нас. У них все руки красители тоже. Вот такие мы подобрали глазки. Вообще-то они должны быть чуть-чуть поменьше. Но у нас либо совсем маленькие, либо вот эти большие. Но мы решили сделать одноглазых больших. Сейчас будем клеить. И они у нас без скотча. Поэтому мы приготовили скотчики, какой нам больше подойдет. И сейчас мы это все будем вырезать и клеить на наших миньончиков. А клеить мы будем на наших миньончиков. Клеить мы будем. Берем нашего миньончика. Подожди, я покажу, куда потом ты. О, смотри, оп. Можно так поставить на ножницы. Аккуратно. Стой, подожди, солнышко. Берем вот так вот глазик. Я сейчас отклею. Я покажу, куда клеим, а потом ты. И приклеим вот так посерединке глаз. Тинк. Поняла как? Вот так. Я покажу, как. Вот такой миньон у нас. Няма-няма-няма. Подожди, подожди, ты же яичко не взяла. Подожди-ка, на тебе яичко. Вот сюда приклеила глазик. Давай, вот сюда приклеим.
Ну и вот только смотри, как глазик должен быть. Вот так. Реснички сверху. Ага, сверху реснички. Да? Мы не будем приклеивать им ремешок. Мы его сейчас нарисуем. Какой ремешок? А, вот так. У них тут резиночка шла. Какая резиночка? Ну, резиночка, я не знаю, что это ремешок, на котором держался. Так, вот у нас получился первый минюнчик. Няма-няма-няма. Сейчас мы остальные также раскрасим. Няма-няма-няма. Давай раскрашиваем пустенько остальные. Так, ну-ка давай посмотрим, как они тут загорают, загорашки. Вот у нас такие получились миньончики. И самые красивые миньончики. Осторожно, давай покажем. Вот такие у нас ребятушки получились. Какие ребятушки? Вот такие миньончики. Учитесь на наших ошибках. Нельзя красить все яйцо полностью желтым. Получается нечистый голубой цвет, да? В стаканчик удобно ложить губку, чтобы яйцо не падало. И глазки лучше подобрать поменьше. Тогда будут еще больше похожи на миньончиков. Но зато они все равно веселенькие. Ну что, будем прощаться? Вот такие наши миньончики. Симпампульки миньончики наши. Мне самой даже нравится. То, что они даже все равно не очень аккуратные у нас первый раз получились. Они все равно очень забавные и смешные. Да? Нравится тебе? Ага. Супер. Ну что, давай прощаться. Какие у них какие шляпки. Да, это водочки у них, глазки такие. Ну что, давай прощаться. Да? Няма-няма. Ну что, всем пока-пока. Кому понравилось наше видео, ставьте нам лайки. Подписывайтесь на наш канал. Да? Всем пока-пока. Мы вам очень рады. Приходите к нам почаще. Всем пока. Пока-пока. Пока-пока, солнышко. Пока-пока. Пока-пока.